горит. Что с седьмой? Пока неизвестно. В час ночи немцы снова прорвали фронт в районе Дачного. Они рассчитывают на быстрый выигрыш, пока нет второго фронта. Боюсь, что если мы сдадим город, на завтра мы будем иметь второй, а то и третий фронт. Вы что имеете в виду? Друзей. На Дальнем Востоке, да и на Ближнем, для которых падение города будет сигналом к выступлению. Ну нет. Не посмеют. Не посмеют, если мы выдержим этот натиск. Да. Когда остановим, это от многого зависит. Вот, подберутся люди, способные владеть положениями. Ну, Виноградов крепкий генерал. Он уже не командует этим фронтом. Когда же это? Сегодня. А кто? Мне помнится, в зимнюю кампанию вам пришлось иметь дело с фон Клаусом. У меня к вам несколько вопросов. Товарищ командующий, командарм 21-й генерал-лейтенант Кривенко настаивает на своем плане. Что же делать, мой друг? Резервов не хватает. Недостаток сил рекомендую восполнить оборонительными сооружениями. Вы пренебрегаете обороной. Товарищ командующий, разрешите... Благодарю. Я вас вызову. Присядьте, Петр Михайлович. Теперь вам будет удобнее откровенно объясниться. Владимир Микитич, простите меня. Сейчас я встретил в вашем штабе генерала Баталова. Оказывается, его соединения уже выгружаются. Да, в распоряжении фронта начинают прибывать резервы ставки. Но у меня нет указаний верховного командования на их счет. У нас есть указание спасти город. Падение его смерти подобно. Необходимо сегодня, немедленно, все силы, все резервы бросить на одну цель. Разбить, чтобы остановить. Завтра будет поздно. Владимир Викентьевич, обстановка оправдает нашу инициативу? Нет. Директивы командования я привык выполнять точно. Что же касается фронтовых резервов, вот взгляните. У Михайловки они группируют 10 дивизий. Не сегодня, завтра мы можем иметь новый прорыв. Я охват 7-й. Я должен сохранить резервы, чтобы предупредить катастрофу и отвести армию. Отстоять город, вот что мы прежде всего должны, а не отводить армию. Генерал Кривенко, это мое последнее решение. Сегодня прибывает новый командующий фронтом. Генерал-полковник Муравьев. Муравьев! Товарищ командующий. Да? Генерал-полковник Муравьев просил связаться с ним в 7-й армии. Он с аэродрома проехал прямо по хозяйствам. Как? На участок прорыва. Thank you.
полк, товарищ генерал-полковник. А где подразделение, которым вы сами командуете? Погибло при обороне высоты. А вы? В назначенный час с тремя бойцами вышел с боем из окружения. Где третий? Я здесь, товарищ генерал-полковник. Тушить подцеплял. Где-то мы уже встречались. Бывалый, видно, солдат. Так точно. Воюем от самой границы и обратно. Обратно? Точно. Хорошо. Я не выйду отсюда, пока вы не восстановите управление. Но штаб без прикрытия. Молчать! Я вас заставлю гранатами ливаться. Я штаб заставлю воевать и снизать эти армии. Товарищ командующий. Молчать! Где Орлов? Почему не атакует? Почему? Здравствуйте. Товарищ генерал-полковник, положение такое, что тут и белугой завоешь. Связь разбомблена. Теряю управление. Разрешите доложить обстановку? Пройдем сперва к вам, генерал. Разденемся. Сюда, пожалуйста. Плохи дела, минутка. Исправится. Раз мы прибыли, теперь минутное дело. Ой, нет, минутка. Много нам придется вытерпеть. Кирилл! Боже мой, Кирилл, милый. Здорово. Плохо. А девочка? Видел. Видел. Молодцом, здорово. Мне тяжело ранены. И я тороплюсь. Погоди. Ну почему ты здесь? Приехал на тебя посмотреть. Ну, как же она? Гуляет? Гуляет. Шали. Письмо тебе от нее привез. Правда? Вот. Ой, Наташка. Ну, что еще? Неужели командовать? Почему неужели? Ах, плохо, Кирилл. Так плохо. Лучше бы тебя здесь не было. Ну, больше нельзя. Я заеду к тебе. Вы где стоите? Не знаю, Кирилл. Ничего не знаю. Найду, увидимся. Увидимся. Коршунов. Чья машина? Генерал-лейтенанта Пантелеева. А где он сам? А вот на высоте, товарищ генерал. Начальник укрепрайона, генерал-лейтенант инженерных войск Пантелеев. Здравствуйте. С кем имею честь? Буду командовать фронтом. Я так и полагал. Привычка посмотреть одному и подумать. На что посмотреть? А вот видите, вот эта линия. Это так называемая средняя оборонительная полоса. Батальонные узлы, отсечные позиции. Вот это она и есть. Да. А вот и город. Последний рубеж. И он уже горит. Не успеем. Если не успеем. Жгут степь. Да, тут надо крепко подумать. Но что же решили в Москве? Я полагал, вы привезете план ставки. Хороший город. Но черт возьми, если бы сражения решались только анализом, сражений бы не было. Взвесили, подсчитали и решили, чья победа. Но существует еще воля и необходимость. Мы должны
мы не можем не победить. А для этого необходимо удержать город. Да, ставка категорически этого требует. Но существуют ошибки, просчеты. Надо искать хотя бы мельчайшую слабость. Просчет Клауса. Зацепиться за него. Ну что ж, чтобы первое найти, не нужно долго искать. Достаточно взглянуть на карту. Вот. Кляус как бы сам входит в мешок. Подставляю под удар фланги. Если бы здесь у нас были крупные резервы... Возьмем на заметку фланги. Но вряд ли это просчет. Он не боится за фланги. Он, видимо, уверен, что сокрушающее превосходство силы техники позволит ему так быстро управиться с городом, что мы не успеем накопить силы на их флангах. А вырвав у нас город, они или уничтожают обороняющие армии, или отбрасывают их за реку, нейтрализуют. Таким образом, Кляус сразу освобождает все свои основные силы, поворачивает их фронтом на север, и фланговой угрозы больше нет. Справа река, которая мешала нам оборонять город, теперь помогает им, прикрывая их фланги. И весь огромный кулак может быть брошен на угрожающие им армии, которые мы даже не успеем сосредоточиться. Это безошибочный расчет на время и быстроту. Значит, первое. Сделать его ошибочным, выиграть время. Совершенно верно. Но резерва фронта для этого недостаточно. Пришлось бы бросить на это стратегические резервы ставки. А тогда нам ничего не удастся накопить на немецких флангах. Это заколдованный круг. Второе и основное. Ни при каких обстоятельствах не трогать стратегических резервов. И это свято. Что вы привезли о втором фронте? А вы рассчитываете, что нас выручит второй фронт? Я хочу только предупредить, что если нам удастся остановить немцев, они будут перебрасывать все новые дивизии, пока не достигнут результатов. Ну что ж, делаем еще вывод. Мало остановить, необходимо разбить. Разбить мало, решительно разгромить, чтобы не скоро оправились. В сложившейся обстановке ставить такую задачу? Вы знаете, кто ставит перед нами такие задачи? Теперь они стоят перед вами. Да. Перед нами. Перед нами. И все-таки Клаус снова переоценивает свои силы и недооценивает наши. Да. Прежде всего, артиллерия. Да, это у нас самое сильное. Но тоже пока не хватает. Ничего, ничего, будет больше. А пока вот что. Необходимо, чтобы каждая армия выделила в резерв фронта не менее 30-40 стволов тяжелых орудий. Создать фронтовую группу артиллерии дальнего действия. В решительный момент огонь в кулаке. Кирилл Степанович, а боеприпас? Пока мы их подвозим по единственной оставшейся у нас дороге. Но и она будет перерезана. А новая ветка? Будет готова через месяц. Эвакуация из заводов лишает значительного притока. Кроме того, заберет у нас вагоны. И значит, еще больше замедлит накопление боеприпасов. Владимир Викентьевич. Вы сама неумолимая действительность. Печальная роль. Мне очень тяжело, что я оставляю вам такое наследство. И ничего не могу сказать вам в облегчении. Владимир Викентьевич, вы мой учитель. И командовали этим фронтом. Я понимаю, что тяжело будет. Но так нужно. Я решаюсь предложить вам остаться в качестве моего заместителя. Или начальником штаба. Если это нужно, я готов остаться в любой роли.
Спасибо. Здравствуйте, товарищ Лавров. Как настроение? Мое настроение. Свыше 5000 наших рабочих уже дерутся у вас. Мы им дадим вдвое больше крепких, обученных людей к развяжительному руке. Нам надо успеть эвакуировать крупнейшие заводы Союза. А у нас до сих пор нет ясности, сколько дней, сколько эшелонов. Эвакуация заводов отменяется. А? Разве опасность миновала? Владимир Евгеньевич, на какое количество боеприпасов можно рассчитывать? Центр рабочей силы деревьям. Думаю, что полностью заводы будут разрушены не раньше, чем через месяц. Да. Вот так когда-то высчитывали мы, как каждую неделю будет повышаться продукция. Расти, наливаться силами эти заводы. Почему вы до сих пор в штатском? Я привез приказ о вашем назначении членом военного совета. Но мы же вывезли промышленность Украины, заводы Запада. Пустой город армии защищать не будет. Кстати, штаб фронта не торопясь переведите из города. Как далеко? Ну так, чтобы не было слышно пушечной канонады. В штабе нужно думать. Да? Вас. Да-да. Так. Так-так. Началось. Михайловку атакуют. Да? Как? Не может быть. Сам въехал? Хорошо. Хорошо, сейчас буду. В 7-й захватили офицера генерального штаба. Клаус. Хайлисер! Нервы. Ваше имя? Ирнаме. Я ничего не скажу. Спать. Я трое суток не спал. Я мчался в машине 60 километров. Потом пешком. Я больше не могу. Я все скажу. Мне все известно. Но сначала спать. Вы что, били его? Как можно, товарищ генерал-полковник? Мы разведку знаем. Он же обратно, как кошка, вертелся. Освежал. Вот ведь, как руки покусал. Ну, маленько повтерся, конечно. Как взяли? Нынче утром фрицы нас из Михайловки выбили. Наш лейтенант говорит, что же это? Ну, мы их обратно вышибли и держим. Вот тут он к нам и вкатил, прямо на машине. Наш лейтенант говорит, чтобы одним духом в штаб доставить. Иду, а машины ни одной. Надо было пешком наверстать. Ну, вот тут я ему действительно... Вот тут действительно я ему передышки не давал. Тяжелый черт. Тяжел, значит, немец. Ну да, тяжел показал. А если его эдак без передышки прогуливать, в нем бензин в раз кончается.
Наш покрепче. Молодцы. Большое дело сделали. Так точно. Лейтенант у нас действительно герой. Вы его разбудите и получите основное, пока он раскис. Побольше о фон Клаусе. Потом дадите выспаться и привезете. Я хочу на свеженького посмотреть. Слушай. Идем. Переводить. Пусть он думает, что я не говорю по-немецки. Я хочу понаблюдать. Слушаюсь. Я говорю по-русски. Ха. Превосходно. Значит, поговорим совсем откровенно. Садитесь. Ну? Я ничего не скажу. А что вы можете сказать? Вы же привезли карту генерального штаба. Как вас угораздило въехать, майор? А что скажешь, генерал фон Клаус? Я точно выполнял приказ. Каков? На карте помечено, что Михайловка будет взята 12-го, и он мчится, очертя голову, не оглядываясь. Потому что по уставу так положено. А если обстановка сложится не по уставу? Смеетесь не вы, смеюсь я. Машина германского наступления уже пущена в ход. Очень скоро вы будете сидеть передо мной, как я перед вами. Вы наглец. Идите. Продолжайте допрос. Вы посмотрите. Они нам дают всего 6 дней. Сегодня 19-го помечено взять Михайлов. Город 25-го. 6 дней. А потом 10 августа Саратов, 15 Куйбышев и 10 сентября Арзамас. Это снова удар на Москву. Вы понимаете? Мы только коротенький эпизод. Сходу разделаться с нами, повернуть на север, перерезать коммуникации Москвы и где-то там, в решительном сражении, одним махом выиграть Москву. Компанию, а может быть, войну? Этот майор стиль всей стратегии. Наглец. Клаус наглец. Гитлер авантюрист и наглец. Немцы Михайловку заняли. Когда? В 2 часа. Сто пятая отбила все атаки. Танки ворвались и обошли с тыла. Все равно наглецы. Сегодня уже 20-е. Мы выиграли у них 2 часа. И так на каждом шагу вырывать у них час, день, неделю, время. Вот сейчас основное звено. Я полагал бы отвести армию. Ни за что. Каждый рубеж отстаивать до последней возможности. Контратаковать непрерывно. Везде, где только возможно. И прогуливать. Прогуливать подлецов без передышки. Не обходят меня. 105-й дивизии уже в мешке. Все равно этим клином займутся другие армии. Ты куда закопался? Здравствуй, Петро. Здорово, друг. Ты? Я. Здравствуй, Кирилл. Ну? Что? Юра, вина! Не-не, сейчас не пью. Я ж не говорю водки. Давай, раздевайся. Знаешь, как я рад, никто не рад. Лизу видал? Видал, случайно на дороге встретил. Здравствуйте. Вы, пожалуйста, минутку шофера моего накормите. И минутку с тобой? Да. Тащи его сюда. Ну, что привез из Москвы? Когда второй фронт? Ну, бог с ним. Что тебе в Ставке сказали? Город не сдавать, немцев разбить. А так. А мы сдаем. Сдаем город, Кирилл. Наш Виноградов над резервами дрожит.
Он все на свои укрепленные пояса надеется, а в душе уже сдал город. Генерал от обороны. Хорошо, хоть ты приехал. Разрешите? Входи, входи. Здорово, минутку, золотые руки. Здравия желаю, товарищ. Садись за стол. Ты гордый служак. На, выпей сам. За победу. Это не шофер. Это генерал среди шоферов. И покормить его по-генеральски. Понятно? Решите быть свободным, товарищ генерал. Иди. Есть. Понимаешь, Кирилл, это верно. У Клауса пока подавляющее превосходство в силах и технике. И к тому же подвижность. Да ты ешь, ешь. Чего ж ты, брат? Не надеяться остановить их равномерным усилием всего фронта группы. Они рвут его где хотят. Это верно. На глупой линейной тактике далеко не уйдешь. Нет, уйдешь и далеко. Чего доброго за Урал. А ты смотри. Смотри, что только одна моя армия может сделать. Только дивизии, дивизии давай, особенно танковые. Это новый командующий? Угу. Часто у нас меняются. Тяжелый фронт. Раньше я голову положу, чем его сменят. Непобедимый. Дай перец. Пожалуйста, товарищ шоферский генерал. Вот, понимаешь? Атаковать всеми возможными силами. Маневром восполнить нехватку. Рискованно? Но дальше будет безнадежно. Ведь что обидно, Кирилл? Ну ты фигура, это Клаус. Никаким оперативным мастерством, а голым перевесом сил он так прет. Ударим их по флангу, расшибем, они откатятся к фрицевой маме. Ну что ж, так и сделаем. Когда? Сейчас. Сегодня. Шутишь? Нет. Может быть, это ты шутил? Ну, когда же успеет пройти резервной дивизии? Резервных дивизий пока не будет. Сегодня ночью немцы прорвали фронт у Михайловки и охватывают седьмую. И она отходит? Нет, не отходит. А бьется на старых рубежах и ждет, что ты немедленно ударишь немцам во фланг. Если не разгромишь, то остановишь. Сил для этого у тебя достаточно. Значит, опять работа на дядю. Нет. Не на дядю, а для победы. Слушай, Кирилл, я, может, чего-нибудь путаю. Я солдат. Я хочу победы нашему народу, всему нашему фронту. Но тебе я правду скажу. Хочу. Всеми печенками хочу, чтобы эта победа была моей армией. Моя победа, понимаешь? Для всех, но моя. Еще бы. Ни черта не стоит генерал, который не хочет славы. А ты думаешь, я этого не хочу. Но только что ты задумал, маловато. Я побольше хочу. Мало? А что ты обещаешь? Генерал Кривенко, я приехал не обещать, а требовать. Ну что приуныл? Обидно. Я готовил удар и верил, что он спасет город. Значит, снова распылять силы. Спасать положение. А дальше что? Будет и на нашей улице праздник.
Голосовский, атакуйте Дубинку! Здесь два, я Голосовский, и я! Хорошо, хорошо. Цивиль 113-й. Ничего, ничего, выдержит. Ну? Живы, Круденко. Скажи, что шкуру с него сниму. Где Голосовский? Я занял совхоз. Предупредите авиацию. Долбеев, Долбеев, Долбеев. Я Голосовский, Долбеев, я Голосовский. Товарищ командующий, немцы вели в бой свежей дивизии. Атакуй, Кривенко, атакуй. Одну дивизию дай мне. Нет. Я уже дал все, что имел. Перегруппируйся и атакуй. Атака захлебывается. Они тянут дивизию за дивизией. Мы не прорвем. Товарищ командующий, генеральную награду бросили срочно на провод. Слушай, Кирилл, вот же она, победа. Несколько дивизий, и вот она, Кирилл. Атакуй! Виноградов. Я. Как? Что-что? Алло, Виноградов. Виноградов! Немедленно исправьте линию. Живо! Черт. Закрой дверь. Оставь к черту. Зачем же черта бутербродами кормить, когда ж самим есть? Связь будет! Товарищ командующий, разрыв найден. Подойти пока не удается. Бьют из минометов. Даю вам 5 минут, или вы сами туда поползете. Слушаюсь. Победа. 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 Прекратите. Генералы Кривенко и карту. Есть. Товарищ командующий, разрешите мне? Я в минутку обернусь. Иди, минутка. Есть. Немцы прорвали 7-ю. 100 с лишним танков несутся на город. Перед ними ничего. Непрерывно атаковать. Но теперь вы дадите резервы? Нет, не сейчас. Этого я не могу решать в такой обстановке. Ты знаешь, я будто с ума схожу. Мне кажется, что не ты, а Виноградов со мной разговаривает. Я вам напомню, кто с вами говорит.
Победа. 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 Победа! Есть! Виноградов? Да. Я. Да. Непременно. Короче. Скорей. Делается, ловок там. Минируйте подходы, где не успеваете, дымовые завесы, чтобы обмануть противника. Алло, алло, Виноградов? Да-да-да, я Виноградов, понимаю, сделаю. Только бы продержались, пока подают регулярные части. Я бросил прорыву бригады, боюсь, не подспеют. Так-так, свяжитесь с Лавровым, кто еще там? Генерал Пантелеев. Совсем нет артиллерии. Группу дальнего действия на левый берег. Река прикроет. Понимаю. Пока используйте все зенитки города. Еду немедленно сам. Чего? Кривенко атакует. 105-я вышла из окружения. Так, так. Вас ждет полковник Воронков. Он привез документы и вещи вашей жены. Что? Что? Уже сказали. Что случилось? Товарищ генерал-полковник, я послан командаром 7-й лично к командующему. Пройдемте, доложите пока мне. У командующего убили жену. Потом она сказала, жалко девочку, так и не увижу ее. Похоронили в степи. Место я заровнял, чтобы не надругались. Отметил его на карте. В каком состоянии вывели дивизию? Потери до 60%. Материальную часть сохранили. Где расквартированы? В рыбацких поселках. Вы заслуживаете отдых. Но вы стоите ближе всех к участку прорыва. Посадите дивизии на машины и бросьте в город к заводам. Пройдите к начальнику оперативного отдела. Слушаюсь. Кирилл Степанович, я понимаю, тяжело вам. Я не решился бы сейчас затруднять вас. Теряете время. Докладывайте. Прилетел офицер от Студенцова. Весь фронт 7-й отброшен к северу от города. Таким образом, на этом участке только заводские дружины. Связь с городом прервана. Но есть сведения, что немцы уже вошли в город. Извините меня, Владимир Викентьевич. Может быть, мы действительно перегнули палку? Вы вызвали командующих армии резервов? Да, совещание в 0:30. Неужели все? Кирилл Степанович, это последние часы. Вы знаете, я редко соглашаюсь с генералом Кривенко, но если возможно спасти город, то только немедленно пожертвовав стратегическими резервами, если это еще возможно. Хорошо. Может быть и так. Только проверьте все-таки это сообщение. После многонедельной кровопролитной битвы, сломившей яростное сопротивление большевиков, армия генерала фон Клауса завоевали один из последних бастионов русской обороны.
они, вероятно, задержатся. Командующий вызван на провод с ставкой. Поторопились немцы. Если бы не маневр Кривенко, неизвестно, чем бы это кончилось. Еще не кончилось. Немцы в городе. Молодец, Кривенко. Вот и кандидат на его место. А чье? Его. Командующий. Прошу садиться. Товарищ командующий, по вашему приказанию вызваны люди из частей ленаграждения. Не время сейчас. Наоборот, самое время. За положение мы ответим, а они свое дело сделают. Доложите обстановку. Я желаю слышать мнение собравшихся. Короче, пожалуйста. Хорошо, постараюсь. Прорвавшиеся ночью к северной заводской окраине танки были встречены и свыше 10 часов сдерживались упорным сопротивлением рабочих истребительных дружин. К тому времени, когда немцы отбросили 7-ю армию на юг и ввели в прорыв пехоту... Товарищ командующий, разрешите объяснить? Вы думаете, что это улучшит положение? К тому времени подошла 105-я дивизия, а на восточном берегу сосредоточила созданная фронтом группа артиллерии дальнего действия, которая своим огнем задержала противника. Правда, уже в городе, на рубеже кольцевой улицы и завода. Ну да, а вражек? Наконец, решающее значение сыграли непрерывные атаки 21-й армии генерала Кривенко с севера, которая прикрыла собой весь участок прорыва и пока удерживает его. Прошу извинить за опоздание. Меня задержали немцы. Вас извиняет только то, что вы задержали немцев. Продолжайте. Немцы остановлены, но они ворвались в город и заняли значительную часть его. Успех генерала Кривенко дает нам некоторую передышку, но нет сомнения, что она будет недолгой. Вы должны использовать эту передышку, чтобы трезво оценить положение и максимально смягчить последствия возможной катастрофы. Тяжелая обстановка в городе, положение 21-й армии, которой угрожает опасность быть сброшенной в реку, требует предусмотреть ряд неотложных мер на случай оставления города. Мною подготовлен приказ о сборе всех барж, катеров и прочих... Вы установили, кто передал ложные панические сообщения о падении города? Да, я бы сказал, не точно. Снимите и отдайте под суд. Вы хотите продолжать? Нет. Разрешите? 21-я армия отказывается от этого резерва транспортов и барж. Мужество полководца не в лихости кавалериста, а в способности бесстрашно оценить положение. Мне не нужно спорить. Положение само говорит, кто был прав и что нужно делать теперь. Ясно, что только немедленным ударом всех сил еще можно спасти город. Каких сил? Вот два генерала. Их нетронутых армий достаточно, чтобы вышвырнуть немцев из города. Мне неизвестны планы Верховного командования, но ясно, что резервы стягиваются для контрудара. И мне также ясно, что любой план наступления рухнет. Простите, если мы сдадим город. Вызовите. Так говорите о вражек, Иван Анисимович. Так точно. Осмелюсь высказать парадокс. Вы скорбно,
Но впустив немцев в город, мы выиграли в крепости обороны. Во-первых, немцы в городе теряют преимущество танкового маневра. Оборона горячих деревянных окраин ужасно была тяжела. Каменные здания центра менее подвержены огню. Они дают хороший сектор для наблюдения и обстрела. И особенно разрушение кварталов. Делают позиции необычайно прочными. Французы, сдав Париж без боя, потеряли незаменимую противотанковую позицию. Но это уже не Париж, а узкая полоса развалин, насквозь простреливаемая. Именно. Именно не Париж. Нужно быть русским, чтобы пойти на такую жертву. А тылы? Тылы? А ежели вы изволите прогуливаться по набережной? Именно от голубого киоска. Берег высок и обрывист. И образует при обстреле такое мертвое пространство, в котором можно разместить штабы, резервы и даже маневрировать по фронту. Тесновато, тесновато. Но можно. Время уходит, а мы говорим о решительном сражении, как о заселении квартиры. Согласен, не спорю. Полагал, что если нужно, возможно. Разрешите? Лейтенант Федоров прибыл. Лейтенант Федоров прибыл по вашему приказанию. Геройской обороной дома 48 вы заслужили полученную награду. Поздравляю вас. Но это не все. Сейчас каждый дом будет решать судьбу обороны всего города, всего фронта. Предупреждаю вас, за сдачу дома вы будете отвечать вплоть до расстрела. Товарищ командующий, я отвечаю за свою позицию, пока нахожусь на ней. Прошу вашего приказания, чтобы меня не вызывали в штабы без надобности. Тяжело, друг. Знаю. И не могу обещать, что скоро будет легче. Будет еще тяжелее. Мы не уйдем отсюда. На том берегу для нас земли нет. Можете идти. Этот прекрасный офицер никогда не будет расстрелян. Если ему не удастся выполнить свою задачу, он умрет героем. У высших командиров этого преимущества нет. Распоряжение на случай оставления города отменяю. Такой случай исключается. Генерал Студенцов, вы обязаны любыми средствами удержать плацдарм, который остался на западном берегу. Или ответите за все сразу. Оборону города возлагаю на 21-ю армию. Товарищ командующий, если все остается по-прежнему, я не поручусь за судьбу города. Генерал-лейтенанту Пантелееву приказываю принять командование 21-й армии. Вы снимаете меня как командира, не справившегося с задачей? Нет, как человека, который может не справиться. Прошу остаться генерала Пантелеева и член военсовета товарища Лаврова. Генерал Кривенко. Ты же хотел остановиться у меня. Петр, ты знаешь, что случилось? Товарищ командующий фронта, разрешите идти перевязать рану, полученную на посту командующего 21-й армии. Ты ранен? Идите. Thank you.
Иван, машину! Домой, в хозяйство. Петр Михайлович, нельзя же 35 километров ехать без перевязки. Зашли бы вы. Некуда. В армию. Скорее. Езжайте и немедленно примите армию. Штаб переведите в город. Каждый, кто без приказа появится на восточном берегу, будет под суд. Уже? Ну? Счастливый, Иван Анисимович. Владимир Викентьевич, Кривенко ранен. Позаботьтесь, пожалуйста. Юрий Степанович, если нужна была смена в командовании, это можно было сделать иначе. Вы незаслуженно обидели его при всех. А его любят, ему верит армия. Если генерал Кривенко не верит, что можно удержать город, пусть лучше не верит генералу Кривенко. Ну-ну. А ты все-таки подумай. Владимир Викентьевич, представьте Кривенко к награждению за отлично проведенную операцию. Кирилл Степанович, я же понимаю, что все, что было сегодня сказано и решено вами, было направлено также и против меня. Почему вы не сделали выводов? Прошу вас не считаться со мной. Тяжело, Владимир Викентьевич. Да, я полагал, что если бы мы оставили город, река стала бы мощным оборонительным рубежом, за которым нам легче было бы удержать фронт. Я допускаю, что мы не удержим город. Тогда мне тяжело думать о тех жертвах, которые мы принесем. Вы считаете, что мы проиграли войну? Я никогда этого не говорил. Война уже выиграна, да. Но только отсутствие второго фронта создало нынешнюю ситуацию. И только второй фронт может разрешить ее. Рано или поздно он будет. Правильно, как всегда, правильно. И тогда, сохранив армию, мы вернем город и пойдем вперед. Вслед за союзниками. Эх, дорогой Владимир Викентьевич, каждого из нас можно снять и переставить на другое место, там, где мы будем полезнее. Ведь Кривенко по-своему прав, и вы правы, и немцы, и наши друзья во всем мире, и многие из нас в глубине души считают, что удержаться по эту сторону реки нельзя, а нужно. Правильно оценить и использовать сложившуюся обстановку, вывести из нее выполнимые задачи, это каждый талантливый военный начальник умеет. Но только подлинный полководец ставит задачу и сам создает нужную для него обстановку. Вы не договариваете что-то. Я не понимаю, что вы хотите сказать. То, что я сейчас вам скажу, абсолютная тайна. Знать будете только вы и несколько человек, отобранных для работы с вами. Речь идет о генеральном плане Верховного командования. Батенька, да вы весь в крови. Голубчик, быстро за доктором. Барышня, горячей воды. Помогите. А, живы. Сейчас я встану. Сдам армию. Ну да, ну да. А сперва, батенька. Легче. 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 Быстренько ножницы. Вызвать начальника штаба. Я сдам. Я сдам. Армию, вы не смеете.
Вы не смеете сдавать город. Как же вы удержите его? Удержу, батенька, удержу. Ничего, ничего. Дом валится, это хорошо. Укрытие крепче будет. Сидоров и Иванов убиты. Марш на место! Петренко, займи мое место! Есть! Оставаться здесь! Держаться до последнего, Степан, ясно? Есть! Пошли. Точнее огонь! Подпускай ближе! Точнее! Есть! На тот берег катерок проскочил. А как сюда шли, посередке накрыли. Подсушиться бы вам надо, да выспаться. Да. Вот что, придется вам сейчас обратно в дивизию. Товарищ командующий! Немецкие автоматчики просочились. Бьют гранатами с обрыва. Давай все наверх. Товарищ командующий, а? Надо бы вам перейти. А. Посмотрите, Петр Степанович, что там такое. И возвращайтесь. Будем продолжать. Слушаюсь. Разрешите и мне, товарищ командующий. А? Сходите, голубчик, пока приказ заготовим. Возьмите автомат. Гранаты. Шурочка, а Пантелеев. Ничего, понимаю. Давай, я сам запишу. 30 танков за день. Вот, спасибо, дружок, порадовал. Передай полковнику, что генерал Пантелеев о вокзале ничего не слыхал. Когда возьмет его обратно, тогда пускай доложит. Thank you.
Товарищ генерал-полковник, скоро ли? Что же, мы второй месяц сидим без дела по лесам да по балочкам. А мы собираемся здесь организовать массовую заготовку грибов и ловлю перепелов. Звонил Виноградов. А то военторг, говорят, вас занимает консервами и пшенной кашей. Ну что ж, едем. Ну, что случилось? Фронт обороны разорван. Что? В 5:30 немцы прорвались в районе завода и вышли к реке. Они перебросили свежую дивизию Шербуров, вторую на машинах из Михайловки. Пантелеев просит помощи. Нельзя, нельзя было подпускать их к реке. Что говорить нельзя? Они прошли там, где не осталось ни одного живого. Сила какая! Эх, двинуть бы все это в город. Сразу бы стало легче. Ну что ж, двинь. Ты же хозяин. Дивизии Шербура, говоришь? Да. Сегодня видел подбитый немецкий танк. Еще окрашен в цвета пустыни. Ну да. Из Африки, из Франции все к нам подтянули. И танки, и самолеты. Поэтому и Ромель англичане расшлепали. То-то и оно. Кое-кто только на второй фронт надеется. А сам-то второй фронт. Тут у нас решается. Да-да. Это уж не судьба города. Здесь узел всего. И успех в Африке, и второй фронт, и сроки войны, все здесь. А главное, быть или не быть советскому строю. Что тут думать? Переправим Пантелеева в одну дивизию, больше ничего не дам. Не можем мы идти на легкий успех. Только решительный разгром. Здесь мы должны переломить весь ход войны. Перебить ей хребет, если нельзя кончить сразу. Да-да. О, входи, входи. Я ждал тебя. Зажила рана. Старый. Не интересуешься? Вот фон Клаус. Завоеватель Бельгии, герой Дюнкерка. Готовишься к собственному Дюнкерку? Да, но с другим продолжением. Ты меня прости. Я тогда не знал, что Лиза умерла. Многого другого не знал. Иначе понял. Я пришел с тобой поговорить не как генерал, а как друг. Можно? Да. Нет. Не как друг. Я не могу и не буду тебя жалеть. Хорошо. Поговорим как коммунист с коммунистом. Я лежал месяц и ждал. У меня не рана, а душа болела. Чего ты добился за это время? Отстоял город. Я был там и смотрел на карту. Города нет. У тебя осталась узкая полоска земли и развалины реки. Некоторые части фактически блокированы. Этого нельзя долго выдержать. Замолчи. Этого выдержать нельзя по приказу. А люди выдерживают, потому что решили стоять до конца. Народ приказывает нам стоять. Да, это они. А не ты совершил это чудо. Не сдать город теперь преступление. А к этому медленно, но верно идет. Этого не было, если бы ты бросил все силы тогда. Фон Клаус мечтает об этом. Шутишь? Весь их расчет в том, что мы втянем наши стратегические резервы. Вот, секретный приказ Гитлера от 14 октября. Русские
силы которых истрачены в результате последних боев, уже не смогут повторить жестокой зимы 41-го года. Клаус навязывает нам это, а ты думаешь, это твой наступательный порыв. Но чего же ты ждешь? Ведь есть же предел человеческим силам. Что ж ты решил? Стоять. И не я это решил, а народ. Пойдем. Смотри, это страшнее, чем ты думал. 22 немецкие дивизии. 12 из них навалились на узкую полоску развалин реки. И обороняет ее горстка. Это только на карте называется дивизиями. Некоторых из них 1500 бойцов не насчитаешь. И они не только удерживают, они сорвали немецкие планы и сроки. Притянули на себя их главные силы, резервы. Они выиграли нам главное время. Лучшие свои дивизии Клаус бросил к городу. Только бы скорее покончить с ним. Он так торопится, что даже с флангов снял почти все немецкие дивизии. Теперь здесь румыны, а у нас, гляди, что мы накопили за это время на немецких флангах. 2 танковых корпуса, кавалерийский корпус, не считая стрелковых дивизий армии фронта, на севере больше, танковый корпус, еще танковый, 3 танковых корпуса, мало, 2 кавалерийских. Это только подвижные части. Таран. Значит, теперь ударишь. Нет, обожди. Вон, видишь, в районе Михайловки Клаус еще придерживает несколько первоклассных дивизий. Но он втянет, втянет и их. До зимы-то осталось недели 2-3. Если они сейчас не успеют взять города, им придется или отходить по морозу, или зимовать в мешке. И то, и другое страшновато с такими флангами. Постой. Значит, ты сам хочешь, чтобы он навалился на город? Ну да. Только бы не прозевать, поймать момент, когда их главные силы будут скованы в городе, и тогда мы рванем с севера по их флангам здесь. С юга ударим здесь, соединимся у Михайловки, обнимем, задушим и ни одного не выпустим. Понимаешь, ни одного. Как же ты выдержал? И хватило сил у тебя? Конечно же нет. Я же помню эти дни. Только ты устоял и не дал резерв. Нет, не я. То, что ты мне не сказал тогда, хоть намекнул бы. Эх, если бы мы могли на войне говорить людям все, насколько бы нам было легче. А ты мне все простить не можешь, что я снял тебя тогда. Зря. Ты ведь не верил. Значит, ты город потерял бы и себя погубил бы. А я, брат, тебя люблю. Ну, да это дело второе. Я-то ведь знал и тогда, что тебе неугомонная душа большие дела предстоит. Разрешите? Да. Да-да. Пора начинать. Располагайтесь, товарищи. Разрешите идти, товарищ командующий? Останьтесь. Генерал Кривенко выздоровел и отдохнул. Он назначен командовать одним из новых соединений. Прошу. Верховный главнокомандующий поручил мне изложить вам план нашего решительного наступления, разработанного Ставкой.
План нашего наступления исходит из расчета, что в ближайшие оставшиеся до зимы недели немецкие атаки будут нарастать. И Глаус, безусловно, попытается взять город. Следовательно, товарищ командующий фронтом, вверенный мне дом 48. Знаю. Спасибо. С непривычки заснуть не могу. И у меня, брат, бессонница. А вот, вот все. Привещали, ребята, как немецкие юнкерса гудят. Убью, убью, убью. А наши... Мирно! Товарищ генерал-полковник, бойцы... Отдыхайте, отдыхайте. Помню, помню. Эх, друг, если бы ты мне еще такого майора достал, вот как нужно. Такого дурака, чтобы сам въехал, это навряд ли. Они теперь крепко ученые, товарищ генерал-полковник. Но ничего, сами сделаем окружение, а языка добудем. Окружение? Так точно. Масштабит зота. Мы теперь тоже ученые. Ну-ну, буду ждать. Неприятная тишина. Неспроста. Неспроста. Прочтите директиву ставки. Время Х, срок нашего решительного наступления. Значит, через несколько дней. Слава тебе. Выдержали испытания. Тяжело, Иван Анисимович? Ну, что было, то прошло. Что он задумал? Неужели пронюхал о нашем наступлении? Или уходят? Да что вы, батенька, не уйдут. На весь мир прокричали. Взяли, завтра возьмем. И последний кусочек Эван. Как же не укусить? Клубничная. Да. И учтите домашнее. Старуха моя большая мастерица по этой части. Прошу вас. Что случилось? Товарищ командующий, 3 дня назад у Кляуза в Михайловском лесу происходило совещание. Как будто Гитлер присутствовал на нем. Вот сопоставьте с этим.
Этот господин не приедет разводить части на зимние квартиры. Нет. Да, страх. Страх за свой престиж погнал Гитлер сюда. Страх перед взбесившимся фюрером погонит Клауса на город. Страх перед зимовкой в котле погонит солдат. Будут штурмовать. Да это было затишье перед бурей. А мы, выходит, упредим? Да, выходит. Ничего не выходит. У них преимущество внутренних операционных линий. Если мы начнем наше наступление раньше, чем они, то Клаус успеет перебросить дивизии, стянутые для штурма города, к местам нашего прорыва. Нет, нет. Как ни тяжело, надо выждать. Пусть штурмуют. Крепче вцепятся в город. Тут-то и ударить. Значит, отодвинуть срок нашего наступления. А вы понимаете, если вы не выдержите? Если бы не понимали, бы давно бы уже не выдержали. Натиск будет намного тяжелее, чем мы рассчитывали. Надо бы подбросить городу еще несколько дивизий. Откуда? Снимать дивизии, подготовленные к наступлению, и ослабить удар? Не ослабить, товарищ командующий, а наносить его наверх. Все силы вложить в удар, вот это будет наверное. Продержаться Пантелееву нужно недолго. И сразу начнем наступление и мы. И тогда уж Клаусу будет не до города. Фон Клаус рассуждает так же. Он тоже вложит сразу все в один удар. И может управиться с городом до нашего наступления. Знаю, знаю. Сколько вам нужно, Иван Анисимович? Не будем говорить, сколько нужно. Сколько можно? Три. Две дивизии довольно? Я полагал, три это в обрез. Товарищ командующий, чтобы Пантелеев выдержал, надо или усилить его, или ослабить немцев. Главная задача действительно выдержать этот первый натиск немцев. Мы накопили запас снарядов в надежде на длительное нарастание их атак. А что если... Хорошо! Обрушить все сразу в полчаса! Да, так и сделай. Виноват, товарищ командующий, я не все понимаю. Сейчас объясню. В общем, трех дивизий я вам не дам, не могу. Дам две. Знаю, что мало. Но и зато удар Клауса мы тоже вдвое ослабим. Как? За час до немецкого штурма мы ударим всей артиллерией по их батареям и войскам, изготовленным к атаке. Весь месячный запас снарядов мы жахнем в полчаса, да так, чтобы шерсть полетела. За полчаса до начала Клаус своего наступления остановить уже не сможет. Хочешь, не хочешь, а ударит на вас, но ударит в полсилы. Ну да, под корень, если так вытянем. Да, но для этого нужно точно знать день и час немецкого штурма. Страшно рискованно. Задержимся или поторопимся хоть на час, все провалим. Золотая у вас голова, Владимир Викентьевич. Но волков боятся... В лес не ходить. Разведка, вы понимаете, какая ответственность ложится на вас? День и час немецкого наступления, точно? Слушай. Поехали, необходимо связаться со ставкой. Я вас крепко полюбил за эти тяжелые дни. Мы-то с вами и видели сразу четыре. Я ваши опоры ежеминутно чувствую. Ну, берегите себя. Все-таки берегитесь по возможности. Иван Анисимович, а я ведь боялся, вы у меня дивизии четыре выпросите. А я был уверен, что мне дадите только одну. Пакет от генерала Пантелеева.
Шатер захвачен при разминировании прохода. И это подтверждает, что атака в 6 часов. В 4 начнется артподготовка. Уведите. Все подтверждается. Нужно связаться со ставкой. Не успеем. Если это правда, нужно немедленно начинать. Ну, бог войны, не подведете? Никак нет, товарищ командующий. Сделаем. Клаус ударит в полсилы. Приведите в готовность всю артиллерию. Слушаю. Такое решение без ставки. А если это ложные сведения? Я сказал, в готовность. Да-да. И сами неотлучно оставайтесь у телефона. Упустим момент, ставка тоже по головке не погладит. Нельзя упустить. Опоздаем открыть огонь, Пантелеев не выдержит. Да. Но что, если мы открываем огонь, а в 4 часа ничего, тихо, и начинают немцы? Не дай бог, мы выпустим на воздух весь запас снарядов. Начни не завтра или через несколько дней, город, безусловно, будет взят. Но второго случая такого не будет. Упустить этот момент значит тоже проиграть. На карту поставлено все. Время уходит. Быть не битым. Откроем огонь. Звонить. Давай. Да-да, сию минуту. По-немецки ровно в 4 загромыхают. Сейчас услышим. Десять минут пятого. Ничего не будет. Господи,
жизнь. Я знал, видел, как эти 10 минут Клаус метался в сомнениях от неожиданности. Теперь бросится, как раненый бык. Степан. Да ладно. Пошли. Ребята, раненый в подвале! Держись, держись. Обещал я сапера паршивого добыл, а майора не успел. Стоять. Ребята. Прорвали по кольцевой. Дом 48 захвачен. Еще подождать. Пусть крепче увязнут. Как так? Смертельно? Товарищ командующий, появились три неустановленные дивизии. Какие еще дивизии? Дор, откуда? Ранен генерал Пантелеев. Тяжело, раздробило ноги. Иван Анисимович. Откуда дивизии? Машину. Лучшую дивизию в город, гвардейскую, я сам поеду. Ну, минутка теперь уж скоро. Скоро. Слышишь, минутка? Вы где, товарищ командующий? Скорей. Вы что, не можете скорей? Клаус-то проиграл. Это уже истерика. Это были дивизии, снятые с флангов. Пора. Пора.
марш, как танки Клиенко идут. Наступление на Орел. В Виноградов ворвался Михайлов. Так, замкнули кольцо. Теперь добить. Видеть командующего. Der russische Offizier möchte gerne Herrn Oberkommandieren sprechen. Hauptmann Balsewitz, sagen Sie dem russischen Offizier, dass General von Klausner mit einem höheren russischen Offizier verhandelt. Ein Befehl. General von Klaus может вести переговоры о капитуляции только с высшим офицером, имеющим полномочия советского командования. Условий капитуляции не будет. Дом окруженный находится под дулами артиллерии и танков. Сейчас вы услышите мои полномочия. Победа! 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 Говорит лейтенант Федоров из штаба Клауса. Это Пинчук? Пинчук, попроси полковника дать голос. Командующий, привезли. А займитесь-ка вы им сами. Меня теперь Манштейн интересует. Слушаюсь. Разрешите? Сидит. Спасибо, Кривенко. Тебе спасибо, командующий. Разрешите? Ну, подвел я. Как по нотам сошлись. Замкнули, раздавили. Поздравляю вас, товарищи. Великий перелом наступил. Сегодня на рассвете прорван фронт на южном, на центральном. Мы только часть великого наступления всего Советского фронта. На запад. На Берлин. Говорит Москва.
Приказ Верховного Главнокомандующего.